Привет. Всем привет. Макс, Патрик. Говорите всем привет. Ой, какие красивые. Ой, красивые. Кто-то поел, кто-то не доел, да? Кто из вас, кто из них не доедает? Там Патрик, Макс все съедает, а это вон там несколько Патрика. Пустая Патрика? Нет, это пустая Макса. Макс хорошо ест, смотри, он какой кабанчик. Ой, какой дружок хороший, а? Макс, ну ты у нас вообще... Так, патриот. А он ревнует. Нет, он просто, видишь, патриот встал, Макс на него залез. Лапы у Макса, смотри, какие мощные. О, машина. Видал какой? Ты обратил внимание, помнишь, когда мы его нашли, у него насколько был сильный живот впавший туда? Ну да, бока. Сейчас вот бока вообще и забиваются. У него вот так где-то, да, был? Вот mm-hmm. Здесь вот такое тоненькое все было. Он потихоньку забивается, нарастается. Да Патрик тоже не маленький, смотри, какой кабанчик. Здоровенький. Вон там вот они выкопали, видите, под будкой. У них там дыра. Скоро там будет у них еще одна будка. Потом там вот пытаются они тоже что-то прокопать, по-моему, к соседям. Здесь вот тоже все копали. Рушан здесь все закладывал. Сетку грызет Макс. Рвет прям сетку. Видите? Кто с нами давно тут помнит, мы здесь все бетонировали. Они все разбили. Научился. Вот это вот, смотрите. Вот это все сделал. Вот он. Прям пастью. Рвет просто и все. Вот это вот. Видите, какие мощные зубы. Да, рвет сетку. Если, как говорится, Патрик может перепрыгнуть, перелезть, этот не может, он может порвать. Пастью порвать. Вот здесь калитку тоже все внизу, видите. Тоже Рушан этой сеткой доделывал. Вот так вот. Но они у нас оба охотники. Оба. Но Макс такой посильнее, да? Если Патрик еще так более-менее, ну, может и не тронуть, но Макс тронет. Макс тронет. Если утка сюда соседская перелетает, вот сюда садится, и не дай бог она сюда упала, все, хана утке. Он ее не жрет, он ее просто забивает и все. Ну, как охотники. Да, жрать он ее не жрет, она ему не надо, он не голодный. Машина какой. А мы идем гусям. Чего? Поняли, что они у нас не садятся на яйца, все. Собирать яйца. Чего у нас там? Давай с первого гнезда. Или там нету? Ага, есть. Короче, у нас не садятся они у нас инкубаторские. Инкубаторские сами гуси, они не сядут уже. Потому что этот, они, как правило, штук 6-7 вот так нанесут и садятся на яйца. Поэтому, как бы, ну, кто не хочет, чтобы выводили, допустим, там яйцо использовать, потому что гусиное яйцо, оно отличается от куриного в плане в нем больше питательных веществ. Вот, и это, ну, за этим надо следить, потому что если гусыня нанесет больше 6, она садится. А они вот буквально сейчас одно гнездо, несутся у нас 2. Одна не несется. Вот сколько яиц. И все это уже не будешь никуда применять в плане там выпечки, ну, готовки. Да, потому что мы хранили, все. Уже сколько времени лежит, это неизвестно. Угу. Это все можно вон свиньям будем добавлять, варим. Не, ну как бы сейчас вот уже мы поняли, что они не садятся на яйца. Будем забирать. Будем каждый день забирать. Да, уже можно. По одному, по два оставлять. Даже по одному, да, яйцо оставлять. А зачем? Они уже гнезда знают свои, они будут нестись. Да, но там написали, что муляж надо оставлять. Это муляж для того, чтобы они сели быстрее. Да? Да, они натаскивают туда и садятся быстрее. Ну раз уже не садятся, то уже что ждать? Смысл? Так, здесь у нас было 9. Какие яйца, да, здоровые. А что там? А здесь вообще там батарея, смотри. О, ребят, это ничего-то не это. Уже давно бы села. Конечно. Она не сидит, целыми днями она ходит там, гуляет. Просто, видимо, у них этот, у инкубаторских, точнее, нет вот этого материнского инстинкта. И они как бы не чувствуют вот этого, что нужно сесть, вывести потомство. Я такое слышал про куриные, ну, этих, про кур. То, что цыплята, вот, которые в инкубаторе вывелись, они не садятся на яйца. Но
Это я слышал, говорю, но я был свидетелем обратного, как бы. Были инкубаторские куры, которые садились на яйца в моей жизни. Так. Сейчас меня там рихтанут. И в инкубаторе у нас что-то тишина, да? Да, да. Там можно проверять их. Если одно мы выбросили, пустые, одно да, начало раздувать его. Там что-то трещины как пошли, тухлое, вот что ли. Да, трещины прям пошли вот так. И такие пузыри, я открываю инкубатор, ванизма такая, думаю, что такое? Вовремя убрали. Потом я думал, может быть, этот, ну, где-то там, ну, что осталось, сдулось. Я раз, снял, положил. На следующий день захожу, уже с трех. Я его выношу, думаю, что такое? Я вот так буквально слегка об стенку задел в сарае. Оно как треснуло, думаю, ох, повезло. А сейчас бы в инкубаторе, если бы, разлетелось бы. Ну, мы подождем еще немного и будем убирать. Ну да, что их... Мы в инкубаторе еще ни разу не выводили ни гусят. У тебя тоже, да, не выводили? Нет, только кур. Вот, кстати, вот хорошо было бы, если бы у нас была бы утка. Ну да, мы подложили. Подложить бы вот эти, она вывела бы. Все. А посередине нету? Нету, здесь нет. А ты туда обратно это, сено закинь. Ага. А то оно, видишь, вывалилось. Да. Здесь нету. Представляете? Сколько яиц? Это капец какой-то. Ну это меньше, чем за месяц. Двадцать семь яиц. 27? Да. Ого. Ну все, поросята полакомятся. Угу. Так, здесь. Вот так вот боком. И тогда тебе точно кошки не полезут и ничего не разнесут. Кстати, вот стоит дерево, все поломано, и то же самое. О, нет, пусть я это. Пусть стоит. Пусть стоит, у нас здесь, если падает, то тебе сломает. Разгалдились, да? Нет, а, любовь? Жарко, да? Аж сил нет уже. Марта? Угу. Может быть. Сейчас воды я пойду дам. Ты знаешь, что ты меня на самое пекло посадил? Здесь варюсь. Не пекло, зато вечером будет такая вкусненькая, сваренная. Не знаю, лучше бы с вареным, чем сырым. Вареная дианка, да, вот? Да, вареная дианка. Я здесь крашу. Новое блюдо. Ой, сейчас пойду Марте воды давать. Я здесь крашу улики. Рушан попросил. Здесь была белая краска, мы разбили с каким-то сиреневым, там, не знаю, цветом колер. Вот такой вот он был, улик. Вот такой вот более-менее, он такой поярче. Других цветов у нас нет. Синий высох, хотели мы там красивый бирюзовый такой цвет. Он тоже высох, колер.
Окраска у нас только белая оставалась. Белая, синяя высохла, но там ее было немного совсем. И серой тоже совсем мало, даже на улик не хватит. Так что крашу, докрашу сейчас этот улик, потом приступлю вот к этому. Вот это вообще какой-то разноцветный. А что он разноцветный? Может, тоже надо было разноцветным делать? Нет, ну, просто разные остатки. Ну, у нас нет этого, да? Другого нет, да, другого цвета. А потом пойдет. Пойдет, будет самый гламурный эти. Не, красивый цвет, такой нежный. Я даже, знаешь, что, я сейчас, наверное... Вон тут третий, да, нам покрасить? Да. Что-то мне вообще не нравится. Я, наверное, эти сейчас два покрашу и оставлю себе краску. Мне она нужна. Зачем? Ну, я вон там возле деревья, ты возле дерева сделаешь такой мне этот... А, такой заборчик маленький. Я вот покрашу, вообще красивый, вообще такой нежный. Моя краска. Вообще-то колер мой был. Забирай свой колер. Ну и забирай свою краску. Ну, это, конечно, мы шутим. А где ведра ее? Нашла. Она гуляет. Я сейчас к ней подходила, она лезет ко мне. Пристает. Ну, сейчас попробую, дам ей воды, отнесу. Я сейчас вот так подойди к ней, она, наверное, прыгнуть на тебя может. Да что? Да. Да не, я не буду. Спиной к ней не поворачивайся. Спиной не поворачивайся? Нет. Да нет. Они как это, в стаде смотрят, начинают на друг друга коровы прыгать. Все понятно. Стадо быка идут. Так, потихонечку. Давай, подходи по максимуму. Давай, вот так вот. Не, не хочет. Чё, тварь? Марта, пей. Не, не хочет, балуется. Не, не хочет. Не, переворачивай. Эх ты. Ну не хочешь, чё орёшь? Ты сейчас в загон пойдёшь, Марта. Чтобы здесь их соседи не будило. Где извозилась мордаха вся грязная? Вон там вот лужа, туда идет и там начинает что-то ковыряться. Нэнси, Мять, ты что здесь? Кого караулишь? Короче, Марта, видать, гуляет. На, Боречка, вставай. Отходи, на водичку попей. Давай, давай, водичку попей. Жарко. Пей. Тоже не хочешь? Чё? Все напоиты, да? Все нормально. Ой, блин, Борька, не надо мне перчатку мочить. Чё, не хочешь? Давай я тебе вот сюда налью. Все, отходи. Борь, отходи. Да, Борь, отойди. Давай вот сюда вот тебе. Вот, смотри. Где у тебя вода? Давай. Ты что, попьешь, да? А Марта орёт, её, наверное, загонять надо. Иначе она там сейчас, как говорится, всех соседей разбудит. Орёт. Может быть, Марту загнать? Ну а что она там орёт? Ну, пап, ну пусть орёт здесь хотя бы. Там возле домов орёт она. Ничего? Переставили Марту на речку. Гуляем, гуляем. Говори, быка хочу. А я говорю, чтоб это, пока она гуляет, ее, может быть, с загона не выгонять на улицу. Может, пусть в загоне посидит. Так она орёт, она и там орёт, стоит. Она не ест, она просто орёт. Ну вот пусть лучше там орёт, там её не принесли. Говорится, заорётся хоть это. Да, пока не охрипнет. О, слышно. Ну, не так, по крайней мере, как она на улице орала. Нет, там тоже орёт, просто ты здесь плохо слышишь. Вот это все надо будет убирать.
Да? Вот это вот все. Все, да. Убирать и, наверное, сжигать. Надо это все уже порвано. Вместе с этим, со свинюшником. Со свинюшником? Что, уже все мешает? Да куда мне входить-то? Терпи, куда свиней-то девать? На мясо? Да, на мясо. Ты же сказал, что из хрюши Машку будешь делать. Машку сделаю, а потом это на мясо. Ну пусть она хотя бы поросят выкормит. Ну да. Она все слышит. Она же дюрок и ландрас, как говорится, не русская, и поэтому она по-русски не понимает. Mm. Была бы она эта, как бы, белая степная, или как ее называют, то да, там можно было шепотом разговаривать, шепотом, чтобы она не поняла. Потихоньку, камушек за камушком. И сарай будет готов. Кто-то пришел? Кто пришел? Это с детства мое любимое занятие. Че, никогда пасочки не строила? Строила. Грязи вот так не месишь. Дядь Коля ходит. Мы, кстати, Марту переставили, она у нас на речке. Там тоже трава зеленая. Там вон дядь Коля ходит. Четко. Я уже второй улик заканчиваю. Ну, еще такой цвет. Симпатичный, мне нравится. Со стороны отхожу, смотрю. Красиво. Мне осталось вот эту вот ступеньку покрасить. И крышечку. И вот этот вот улик еще покрасить надо будет. И все, и краски как раз хватает. Там он. Еще сколько краски. Ничего такое, это симпатичный цвет. А здесь написано номер 27. Улик номер 27. Вот так вот.